сразу мне это дело понравилось. Меня, как бы сказать, сюда мы первый раз с мамой пришли. Как бы сказать, мекка киевского спорта была. Я вот разговаривал с старожилами, они даже не знают, когда это было качалка, честно говоря, я снова. Вот перехватись вот на вертикальное. Вертикальное? Пять так, пять так. Разные неудобно, пучки неудобно. Качаются. Коняха, конечно, неудобно. Разные пучки качаются, мышь. Тогда надо снять. Семейные и люди приезжают там вспомнить свои какие-то юношеские, детские года. То есть из-за границы люди именно сюда приезжают, там ностальгия такая есть. Есть какая-то, вы понимаете, магическая сила, что она притягивает. Потому что люди, которые занимаются с утяжелением, они, как ни странно, рано или поздно испытывают там дискомфорт в спине. Вот до этого нужен и массаж спортивный. Как бы сказать, во время Советского Союза была эпоха дефицитов. И каждый человек, который сюда ходил, ну не каждый, кто мог, располагал, работал там на заводе, мог что-то вынести с завода. Вот кто там цепь принес, кто болванку принес, кто еще что-то, кто инструмент какой-то. Thank you.
люди ходили, чтобы что-то новое появлялось. Надо не стоять на месте. То есть ты себя фактически полностью, я здесь себя реализовал, свои какие-то конструкторские моменты. Посади, посади, посади. Спину выпрямь. Как мог, так выпрямил. Ну что, ты совсем горбатый. Горбатый, да. Руки туда дали. Вытягивайся, вытягивайся, вытягивайся. И пошел, тянешь, тянешь. Тянешь, не крутишься, тянешь. Вот видишь, что работает. А, вот этим? Да, конечно. Аккуратненько. Фактически это все, это сокровище, больше 100 тонн железа. Железо от золота мало чем отличается, только объемами и массой, и все. Разбарахолят все очень быстро. Ты все время должен находиться здесь. Качалка, она до меня здесь как бы сакральное место такое. Тут человек, который сюда попадает, он, как бы сказать, остается. Можем снимать.